Два человека погибли в результате ДТП в Дербинском районе. Авария произошла накануне вбли села Джимикент на федеральной автодороге «Кавказ». Автомобиль ВАЗ 6-й модели под управлением 55-летнего местного жителя не уступил дорогу и столкнулся с двумя машинами. В результате происшествия от полученных травм водитель «шестерки» и его пассажир скончались на месте.